Приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости канала Energy. С вами по-прежнему Сергей, и вы смотрите очередную серию прохождения дополнения Viking Conquest Grimmauld of Blade Warband. Высадился я в землях Ирландии, и снова Ирландия встречает нас суровостью и враждебностью. Хотя враждебностью встречают не все королевства в землях Ирландии. Высадился я в землях королевства Ольстер, с которым, в принципе, войны не веду, караваны их не грабил, и, возможно, даже в дальнейшем я врат Келтери открою какое-нибудь предприятие. По производству медовухи буду местное население тоже тут спаивать, как и в остальных других городках, перечислять их не буду, где я открыл тоже свои фабрики, свои предприятия. Вот, кстати, вот эти вот городки мне приносят бабло из-за того, что я там, ну, в основном у меня пивоварня, одна только лишь кузница в Дунбретоне и шерстяная мастерская в Эдинбурге, а остальные у меня пивоварни. Короче, я занялся чисто спаиванием населения, опиум для народа. Так, и королевство у нас тут еще что? Осрайге. Мать его так. Осрайге. Тоже в неплохих отношениях. Тоже попробую наладить отношения с местной королишкой. И в Келканинге тоже попытаюсь что-нибудь открыть. Так, ну, в принципе, возвращаемся к цели нашей на эту серию. А это у нас посетить аббатство Финиан. То в королевстве Ольстере, да? Так, нам нужен аббат данного аббатства, поговорить с ним и отчитаться о проделанной работе. А, то бишь, работа была у нас, задание вернее, найти загадочного змея и расправиться с ним, убить с ним. Якобы он угрожал какой-то влиятельной персоне в Ирландии. Типа, хотел отомстить ему. По словам змея, нам с ним не удалось много поговорить, он был неразговорчив и сразу взялся за оружие, назначив нам, вернее, стрелочку, на которую мы пришли с братвой, и была такая дуэль у нас, банда на банду. В итоге мы вышли победителем, соответственно, но он упомянул то, что его семья была убита, а при каких обстоятельствах, ничего не известно, может быть, сейчас какой-нибудь свет прольется на это загадочное задание, который мы выполнили по убийству змея. Подсказочку вы уже видели на эту серию. Так, ладненько, мой отряд. Мой отряд вот выглядит вот так вот. 137 бойцов насчитывает. Кстати, да, я нанял морячков. 5 у меня сейчас морячков. Не знаю в атрибутах. Па-па-па-па-пам. У меня тут ничего не позеленело. Но, может быть, как-то они правда дают скорости в море. В море. Посмотрим, может быть, их надо 10 нанимать. Особой скорости я, конечно, не заметил. Ну, да ладно. Будем надеяться, что они якобы что-то нам прибавляют. Хорошо. Так, что еще? Имущество. 661 764 пенни у меня. Взял я двухручный меч. Антипоинт. Взял. Вот он у меня с собой, даже я его закалил. И теперь параметры этого меча таковы. 42. Ударчик у меня и укол 17. Ну, это я просто плавал. По дороге в земле Ирландии я несколько караванчиков захерачил. Зафигачил. Вот их поджитки надо как-то скинуть. Да, еще какого-то лордишку я завалил. Военный трофей получил. Кстати, он у меня где-то тут должен быть в заложниках. А, король Туата Флан Мак Конайнг. Блин, король Туата Флан. Давайте посмотрим, что это за персонаж такой. Так, 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 где у нас поселение персонажа? Король. Так, К я пропустил. Кнафе как-то у него. Вот он, мать его. О, блин, ни хрена себе. Яйцеголовый какой. Из королевства Ланстер. Возраст. Так, а чем он владеет? Подданное королевство, это понятно. Ничем, похоже, не владеет, да? А у него нет наделов, блин, поэтому
За него очень маленькую цену будет, да? Зато у него жена красавица, 26 лет. Есть. Отношения минус 14 испорчены. Ну, конечно, я захватил его, ее мужа. Так, ладненько, продолжим движуху к аббатству. Будем ждать выкупа. Так, вот мы все такой бригадой подходим к аббатству Финиан. Так, мы прибыли в монастырь. И, кстати, сразу к аббату мы заходим. Ой, блин, как долго прогружается, друзья. Извиняюсь за качество. Качество записи, за качество голоса. Все у меня допотопное. В наушниках сижу с микрофоном. Видеокарта даже старая. Моя видюшка, которая была до этого, сгорела. Еще новую не приобрел. Ну, думаю, в скором времени все-таки я приобрету. Будем надеяться на это. Кстати, если хочет кто помочь развитию канала, подписывайтесь в комментариях, скину ссылочку, куда скидывать бабло. Дам номерочек. Так, ладненько, аббат. Не, все серьезно, друзья, не смейтесь, не смейтесь. Помогайте каналу. Я буду только рад. Ну и все остальные подписчики данного канала. Тьфу, хватит, все, хватит. Выклянчивание денег, деньгами заниматься. Так, что я могу сделать для вас? Денег подкинуть. Фу, блин, опять про деньги. Змей мертв. Святой отец, я могу сделать что-нибудь в монастырю. Нет, этого я делать не буду. Просто змей мертв. Мы получаем 5000 пений, как и было обещано. Он нам бабки дает без всякого наимбалова. Я знаю, наш шпион послал посыльного с новостями. Вот ваша награда. Как вы видите, мой покровитель очень щедр. Интересно, кто же твой все-таки покровитель? Однако все пошло не очень гладко. Наш шпион доложил нам, что вы мешкались в попытке разобраться со змеем. Это была ваша ошибка. Он, возможно, отговаривал вас. Также скажу вам, чем меньше вы знаете о делах моего покровителя, тем лучше для вас. Ты, собака, чё, мне угрожаешь? Я уж сам разберу, что для меня лучше. Это угроза, собака. Едва, я аббат, а не убийца. Угу. Но ты можешь настучать кому-то, да? Еще кого-нибудь нанять. Это было не предупреждение, всего лишь совет. Поступайте, как знаете. Жизнь-то ваша, но я тебе про это и говорю, что я сам разберусь. Но достаточно об этом. У меня есть другое дело для вас, за которое вам заплатят еще больше. Так. Интересно. Есть другая опасность, которая угрожает Ирландии. Но мне, конечно, на твою Ирландию наплевать, но раз платят, и, может быть, разгадка со змеем здесь дальше будет. Давайте возьмем промолчать. Далеко за морем Кайр Магвайт стал убежищем для врагов Ирландии. Это место, которое порождает интриги. Два человека в большой опасности, которые важны для нас. Они внуки Фладбертаха. Фладбертаха. Какая-то шишка, наверное, тоже. Ваша миссия проста. Пойдите и узнайте, где они скрываются. Поскольку вы ничем не связаны с моим покровителем, значит, сможете свободно передвигаться там и узнать нужную информацию. Поговорите с гидмейстером, звать его Донган. Или Дончат. У меня в отряде есть Дончат, который я нанял в прошлую серию. Соратник мой, теперь. Кстати, что-то там выеживается иногда. Так, он должен что-то знать. За такую легкую работенку вы получите еще 5000 пени. Ну что ж, договорились. Внуки Фладбертаха. Так, мы получили 1000 опыта. Донгл слаб на золото. Я уверен, что он вам поможет. И возвращайтесь как можно скорее с новостями. Так, ну главное, держи 5000 пени, я скоро вернусь в целости и сохранности. А потом как-нибудь я расхерачу ваш монастырчик. Ну вот мы получили новое задание. Так, посмотрим на него.
Внуки Флабертаха. Попросил вас ездить так-так и узнать о местонахождении внуков у местного гильдмейстера по имени Донгл. А где это у нас находится? Кайр Магвайт. Ой, ёптыть-моптыть, правда? С этим королевством я не в ладах. Гвинет. Я грабил их не караванчики, кстати. Фракции. Гвинет, гвинет. Так, христианство. Ни с кем не воюет, не состоит в союзе. Так, персонаж. Персонаж, отношения. Так, 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 фракции. Гвинет, гвинет, гвинет. Где у нас гвинет? Вот она, минус 30. Но, в принципе, не такие херовые отношения, как с Уэсмитсом и Мерсией. Минус 100. Даже Айлих минус 50. У нас всего лишь минус 30. Может быть, есть какие-нибудь варианты, друзья, и как-нибудь помириться с этим королевством. Возможно, проникнуть тайно, но это, конечно, опасно, очень опасно. Это очень опасно. И, блин, а что у нас на проникновение влияет? Так, на проникновение. Выслеживание. Преимущество в бою. Так, следы. Путешествие по миру, наблюдение. Перевес каран точно не то. Инженерия точно не то. Убеждение, может быть. Это нам помогает склонять людей к вашей точке зрения, повышает способность вести переговоры, снижая требования к уровню отношений, при котором персонажи будут так нахрен. Скрытность тут не влияет. Навигация. Ну, тут, наверное, ничего не влияет, да, на проникновение. Да, наверное, навыки тут никакие не помогут, ни хрена. Это на удачу, или же как-нибудь, ну-ка, с кем-нибудь, если поговорить, например, с Гилем. Где-то функция же была кому-нибудь подарок заслать. Где-то что-то я видел. У кого-то... Блин, или у барда, или у странников в тавернах. Кому-то заслать подарок. Может быть, даже королю? Или помириться? Есть возможность, вот я знаю, помириться, если попытка помириться с королевством, это найти более маленького какого-то лорда, например, из Гвинеда, да? Подойти к нему, не нападать на него, а начать с ним разговор, что я хочу помириться с вашим королевством. Вот, не знаю там, какой будет эффект от этого. Но давайте отправимся в то королевство, Гвинет, и немножечко там мы послоняемся. Походим. Так, давайте передохнем здесь. Хотя нам бы. Давайте до форта Данов. Прогуляемся, скинем товар. Оп-оп-оп, тихо, что такое? Эти ребятки нам не нужны. Они хотят нашу шкуру снять. Так, кто там у нас? Повышение. Два хитмана. Фригульдер. Готово. Так, все, отошли вроде бы. Пройдем мы здесь по мосту. Отстань от меня, собака. 448 бойцов, это без хера, конечно. Так, вроде бы дорога свободная стала. Можно и прибавить чутка. Так, викинги. Боевой форт викингов. Скидываем трофеечки. На 7799 мы можем накидать. Очень хорошо. Так. Начнем снизу. Еду оставляем. Все остальное мы кидаем. Даем шлемик. Ой-ой-ой, 4 уже. Хороший шлемик. 7705. Ну и хватит.
статов мы накидали. Боевые трофеи мы оставим для Риба. С Рибом будем отношения улучшать в городе. Так, уходим. Немножко мы избавились от лишнего балласта в вещах. Так, имущество 673 тысячи у меня. Быть может, здесь немножечко потусуемся. Вики, купоньки. Тут кто-то разоряет деревушку. Кто такие? С этим королевством я в хороших отношениях. Вот, кстати, тоже монстр. Здесь тоже надо будет предприятие открыть какое-нибудь. Так, повышение у нас, бойцы готовы. Хирдман Норман. Где викинги-то? Опаньки. Элчу, мать его. 55 бойцов. Кого мы встретили? Какая встреча? Ну-ка, стой, собака, поговорю с тобой. Стоять, блин. 70 уже нанял деревушки в этой. И теперь, наверное, он вот в этой деревушке. У него повысится ответ сейчас. Опаньки, 79. Вот мы наблюдаем с вами, как вот эти вот спутники, да, авантюристы сейчас, путешественники повышают, нанимают свои отряды. Кстати, мы отстаем. И вот королевство Ланстер предлагает нам 1700 пений, если мы освободим, будем благосклонны, освободим ихнего подданного. Ну, давайте примем предложение. 1700. В принципе, тоже бабосы. Блин, он нас опережает в скорости. Мы его даже не догоним. Так, он тут нанимает вовсю бойцов. Кстати, что у него там за бойцы? Араб ирландец. Трудяга ирландец, застрельщик ирландец. Короче, фигня одна. Быть может, я ему скину каких-нибудь тут пленников. Хотя навряд ли, наверное. Опаньки, могучий воин. У меня один прокачался. Обучился. Так, отряд, сколько у меня там? Дух отличный. Я уже давно не воевал. Тут брожу, хожу. Так, догнали моего, чё? Вот. Рад видеть вас снова, мой друг. Так, спросить. Навыки нафиг мне твои не нужны. Один человек. Тут делаете. Ну-ка, выкуп. Мне не интересует. Ясно. С вашим домом тоже без звуку. Интересно, они женятся? Тоже тут берут в жены каких-нибудь дочерей местных лордишек. Ну, наверное, когда прокачаются. Так, где находится один человек? Мне, в принципе, не нужен. Что ты тут делаешь? Мы ищем врагов в окрестностях. Мне хотелось поухаживать за прекрасной дамой. Я должен разобраться с этим, прежде чем беспокоиться об общих делах. Ух ты, он за кем-то ухаживает. Или это просто такой перевод и ничего это не значит, что он нам сказал особо. Да, возможно, даже он правда приударяет за кем-то и какой-то тут известности наберется и в принципе семьей. О, викинги 71, давай вместе с ними разберемся, с этими викингами. Ты викингов преследуешь? Да, преследует викингов, друзья. Сейчас у нас будет совместная битва с Элчу. Ха-ха-ха. Красота, нифига себе, он правда быстрее догоняет, но там 71 викинг. Возможно, он даже не справится с ними. Я помогу тебе, Элчу. Помощь Элчу, у нас 223 бойца и всего 68 врагов. Нападаем на врага. Так, пацаны, стена щитов. Стена щитов, сказал. Да блин, сказал стена щитов. Соратнички у меня сюда пошли. Так, где у меня балласт, на какую кнопку? Да блин, что за херня? Балласт. Давай нафиг сюда. Это значит, морячки у меня балласт. Так, куда он помчал своих бойцов? Это я раньше так делал. Пока меня парни не образумили. Андрей Ларионов тоже не подсказал.
ругался уже на меня. Наверное, неприятно было смотреть, как я вот так вот посылаю бойцов в атаку сразу, скопом таким. Так, что-то тут у викингов... Ну, они, наверное, пленников себе набрали. Так, ну ладненько, я своих соратничков пошлю в бой. Пускай они у меня херачатся уже. Так, пехота у меня сюда пошла. Я спешиваюсь и с пехотой. К пехоте присоединяюсь своей. Он мой. Ну чё, пацаны? Элчу, держись, мать твою. На тебе. На тебе. Под красивую музыку ты сегодня помрёшь. Опа. Опаньки. Это какие-то шотландские викинги, мать их. То есть ирландские, друзья, извиняюсь. Что там, по-моему, армию Элчу захреначили, да? Так, пацаны, не стрелять. Пошли на 10 шагов вперед. А кто их? Собака. Пошли 10 шагов вперед. Элчу, ты благодаря мне выйдешь из этого боя живым. Не возьму тебя в плен. Так, вот остатки викингов. У меня соратничек даже один какой-то тут. Эгиль в бой идет. Подожди, Гиль, я тебя немножко поддержу. О, тут не только Гиль, у меня еще соратнички почти все живы. Правда, запоздали немножко. На тебе. А, блин, забили. Кевлин, ну-ка, захерачу, есть. Что ли? Да, Кевлин радуется. Молодцы бойцы. Сколько у меня ранено? Даже убитые у меня 5. 5 человек у меня убитых. Кто такие? Кто такие? Кто такие? Ранен. Убито трое хирдманов, норманов. И, блин, 2 берсерка у меня убито. Обалдеть. Берсерков захерачили. Так, у союзника убито 23, ранено 63. И так бы все вы были убиты. Так, Элчу. С 0 до 7 у нас что-то, да, отношения улучшились. Приключения улучшают свое мнение о вас с 2 до 6. Все ребятки, которые занимаются приключениями, Бода, да, Элчу, и еще там кто-то, Регенхард. Вы вновь спасли наши Шейроланд. Поистине вы лучший из друзей. Вместе мы вселим ужас в сердца врага, и он будет выть от страха при нашем появлении. Вот интересно, кто, если, друзья, проходил дальше эту игру. У меня-то, в принципе, опыт маленький. Я играю вот только когда запись веду, но иногда один прохожу. Но времени у меня просто на игру мало, я вот что хочу сказать. И я не доходил до высоких таких... пределов, там, королевства, херевства, такие, флот большой не имел, и не сталкивался вот со спутничками, искателями приключений. Может быть, когда будет свое королевство, я к чему, когда королевство будет, может, их тоже как-нибудь нанимать можно будет, ну, на службу к себе. Как, например, вот я сейчас странствую, меня королевства другие приглашают, там, какой-нибудь правитель, на службу там поступить. Я, конечно, отказываюсь, и тоже отношения портятся. Также вот и с ними, может быть,
Если кто что знает, владеет информацией, отписывайтесь, друзья, в комментариях. Очень интересно. Это очень интересно. А я хотел бы, в принципе, Элчу увидеть среди своих подданных, чтобы он служил мне. Так, ну вот мы немножко ему помогли. Кстати, давайте на этот раз возьмем право осмотреть и выбрать трофеи себе. Вот так вот сделаем. Короче, все лучшие трофеи я забрал себе, получается. И вот от викингов мне что досталось. В принципе, неплохая тут экипировочка. Они стоят нормально по боссов. Я их продам и выручу неплохие деньги. А теперь какой-нибудь сброд нам надо найти, чтобы вернуть отношения. Так, на 40 боевого духа сразу падает. Вот так вот. Средний у меня уровень теперь боевого духа у друзей. Так, Элчо, где ты есть? Блин, где ты, собака, есть? Стоп, 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 стоп. У тебя ноль, да, смотри. Все раненые, короче. Сам Элчо тоже раненый. Так, христианские проповедники. Вот еще одни викинги. Давайте-ка я уже теперь этих викингов захерачу и все отдам своим спутничкам, потому что сейчас будет какая-нибудь жопа. Так, нет, атрибуты, это не то. Подожди, персонаж. Отряд. Общий боевой дух плюс 50. У компаньонов что тут? Юперный театр. Игиль 30. Хельги 30. Больше я так делать не буду. Больше я так делать не буду. Стоять. Молить о пощаде. Атакуем. И похрен, что темно. Нам надо срочно повышать боевой дух. Всех причем. Так, соратнички сюда пошли. Пехота сюда. Балласт. Пошел вам в ту степь отсюда, вон нахрен. Морячки, то бишь, мои. Так, враг уже близко. Ну что-то там сброд какой-то бежит. Ну на первый идет какой-то сброд. Ой-ой-ой, нифига себе. Ну это прачники. Мать их. Давайте захерачивайте их нахер. Скорее. Так, ну все, пошли у меня соратнички в атаку. Пехота. Пехота может пока 10 шагов вперед сделать. Запретить им стрельбу. Соратничкам тоже надо запретить стрельбу. Пускай прокачиваются. Ну чё вы, мать ваша? О! Так, пошли, ладно, вперед. Хотя пошли все в атаку. Пехота, вернее, в атаку пошли. Соратнички у меня в атаке. Так, ну и все, остальные бегут, и хрен с ними. Так, никого я тут вот, викингов буду брать. Так, готово. Отдать трофей своим воинам. 1-5. Так, что там? Средний также у меня боевой дух, персонаж, отряд. Так, текущий боевой дух отряда 58. 58, компаньоны. Ну, немного прибавилось. Дончат 6. Ни хрена себе. Ты чё, блин, собака? Он сейчас от меня сбежит, друзья. Он сейчас от меня сбежит. Давайте-ка его зашлем, пока он не сбежал от нас. Боевой дух 6. Обалдеть. Я ему 3000 тогда дам. С 4 до 8 у меня отношения с ним повышается. Пускай будут отношения. Если он даже сейчас сбежит и начнет жизнь Искатели приключений.
Пригодится потом, если можно будет нанимать, как я упомянул уже, когда будет свое королевство, таких себе на службу. Так. Знаешь, что я хочу тебе спросить, тебе кое-что. Полагаю, ты знаешь, что я намереваюсь стать королем этих земель? Думаю, вы были бы таким королем, за которым благородные люди вроде меня с гордостью пошли бы в битву. Мне приятно это слышать, чувак. Хотя ты и собака противная. Ну так что поможешь осуществить этому? Конечно, господин. Теперь хитрость в том, как привлечь на нашу сторону остальных. Как вы знаете, происхождение для многих показатель достоинства. Возможно, у вас есть предки, о которых вы мне не сказали. Возможно, у вас есть предки. Опаньки, конечно, позвольте рассказать вам об этом. Это что за херня? Да, думаю, я слышал о таком роде. И уж точно смогу сочинить всю родословную. Если вы позволите мне отлучиться, так, переключу я песенку пока, я поеду по следам и поселам и городам и за несколько недель разнесу слова о вашем благородном происхождении. Конечно, я буду надеяться, что вы не забудете своего верного подданного, когда будете раздавать наделы. Обязательно, чувак, если ты до того времени останешься, я тебе надельчик какой-нибудь. Да. После того вы станете полноправным могущественным правителем. Хорошо, так и сделаем. Так, он покидает у нас отряд и пойдет по селам и городам. 200 о нас, короче, разносить. Прощаюсь. Мы его тогда зашлем, а то он сейчас просто убежит из нашего отряда нахрен. И вот тоже, друзья, меня до сих пор волнует тоже этот же вопросик. У меня право направления. В прошлый раз я засылал Игиля. У меня было право управления не знаю сколько, но когда он вернулся, через, блин, неделю или две недели, что ли. У нас тоже вот сейчас данчат тоже на две недели или минимум на неделю пропадет, а может даже на месяц. Не помню точно. Вот, у меня повысился тут право направления. Что это право управления дает тоже? Она же полюбеса какие-нибудь фишечки дает. То бишь, лорды меня признают, что я благородных кровей, может быть, из-за этого. Не просто люди, например, да. И тоже это скажется потом, когда будет свое королевство. Например, кого-нибудь я буду нанимать из других королевств лордов, и они будут мне верны из-за этого самого ранга. То, что я истинным наследником являюсь. Возможно, я прав. Возможно, нет. Кто знает, подскажите, друзья, в комменте. В комментах. Так, ладненько. Желательно бы еще кого-нибудь завалить. И желательно еще бабосы, вернее, товарчик этот и скинуть. Так, повышение у меня бойцы готовы. Фригольдер норман. Ну, давайте до копейщика его. До копейщика готово. Ай-яй-яй, напасть на убежище. Какой нахрен убежище напасть? Блин, я случайно напал, друзья, на убежище. Это вот. Криворукий, сука. Блин. Что ж за хрень-то? Как же... Ай, блин. Ну ладно, фиг с ним. Напали так напали. Задница какая. Ладненько, друзья. Всем стоять, держать эту позицию, будем расправляться уж с ними, со свейскими викингами, раз уж так вышло. Да, не успел я тут даже и становище создать, воинов оставить, я не намеревался, потому что нападать. Давайте закидывайте их, я их разверну даже для вас, чтобы удобнее было кидать. Ну... Ну, Дайвей, захерач его. С арбалета. Давайте, мой щит недолговечен. Ага. Еще раз, Дайвей. Блин, она ему в плечо, что ли, захерачила стрелу. Давай, 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 Дайвей. Ну. Мать твою. Сколько у меня щит продержится? Опа. Есть, Дайвей, красотка!
и стыкало его всего. Херово, ты все равно стреляешь. Пошли сюда. Так, кто-то там появился. Стоять. Держим эту позицию. Ведь собака. Вот так ему надо сделать сейчас. Так, дайвей, огонь, огонь. Опа, нихера себе, Кайо. С одного удара завалил. Стрелки, блин, какие нахрен стрелки? Соратники. Так, бегут они на нас. Самое главное, боковые, чтоб не побежали. Ух ты, дайвей, еще кого-то захерачило. Молодец. Давай дальше. Да, его я тоже убила. Щит весь истыканный арбалетными болтами. Это да, его я и постаралась. Блин, Хильда молодца. Так, пошли, ладно, в атаку. Сольвейк молодца. Так, держим позицию теперь здесь. У Дайвы еще есть арбалетные стрелы. Сюда пошли. Опа, в кого-то она там... Нихрена себе сразу завалила. Молодец. Молодец. Дайвы, давай, давай, давай. Херакай. Куда ты? Куда ты? Куда ты, щегол? Так, ладно, пошли в атаку. Помогу немножко. В кого ты собак кидаешь тут? А, чё ты с ножичком? Эй, ух. Асбьёр, молочек. Так, там тоже кто-то вылез. Но это уже мелкота какая-то идет. Вот это вот не мелкота. Дайвей, берегись. Берегись, говорю. Спас я тебя, сучка. Крашена. Да попади в него, есть. Попал. Пока все живы, да что кто-то там... Приармянился-то. Кайо. Какую? Опа, дай его и делает свое дело. Давай, иди сюда. Готовы. Все, пошли, пошли, пошли в атаку. Кевлин отличился. Ну все, на той стороне больше не видно никого, наверное, вот эти последние. Да. Так, перерезанные. Что? Тут не лезет ни хрена ничего. Ну, конечно, не лезет. Только... Товары надо было. Ну а что даже променять, не знаю. Ну давайте на пшеницу вот этот вот шлем, когда я возьму. 1500. Ну и все.
И все, и товары больше некуда скидывать. Так, где тут у них еще какие-нибудь лагеря бандитов? Вот какой-то лагерь ренегатов. Давайте туда-то тогда прогуляемся. Так, отряд средний дух боевой. Компаньоны, мать их. 39, 39, 35. Надо срочно повышать. Надо искать какие-то... Воры 6, банформирование, мать их. Вот какая-то группа воров. Сейчас мы должны их захеракать. В засаде, да хрен от них в засаде. Сейчас кучкой побежимся в атаку. В атаку. Не стрелять. Кроме балласта нахрен. Балласт сюда пошел. Я немножко покидаюсь, побросаюсь. Толпу-то кидать прикольнее, чем в одного в поле. Ну, мастерство, повышайся, мать твою. Все. Уходим, а то сейчас коня и заранят собаки. Сейчас на горы пойдут. Полезут. Надо их захренакать всех. Пока они на горы не полезли. Собака, фас его! Давай, давай, блин, да уже все, поздняк. Полез. Ну уже. Собака, догоняй его. Все уже, моя лошадь дальше не ходок. А ты куда? Ну и все, хватит. Так, грабитель готова. Все воинам отдаю, все воинам. Так, высокий боевой дух. Теперь компаньоны, что у меня тут? 52, жили компаньоны, 52, 48. Так вот, не нравится компаньонам, когда я забираю все себе. Можно, конечно, самые плюшки себе забирать, но, блин, потом... Это грозит тем, что компаньоны сейчас сразу разбегутся нахрен. Так, финские... Фианские отступники. Тоже давайте их расхерачим по пути. Сдавайся или умри. Атакуем. 33 бойца. Одинаковых, мать их, с лица. Извиняюсь, друзья, за ненормативную лексику, которая присутствует в моих прохождениях. Но без этого никуда. Я без мата, как без автомата, как говорится. Да, автомат рядом лежит. От соседей отбиваться. Так. Соратнички, сюда пошли. Балласт. Пощупай нафиг отсюда. Куда-нибудь. Он туда к сундучку иди. Так, где эти гребаные отступники? Пехота у меня пошла сюда. Вон они бегут. Да, форт, конечно, блин, данов это было. Ну, не специально, случайно получилось. Так, соратнички, идите сюда. Хотя пошли в атаку. На прокачку пошли. Пехота пошла 10 шагов вперед. Пехоту тоже надо мне прокачивать. Кирин там херачит всех. Пехота пошла 10 шагов вперед. Да, мне мастерство надо, блин, метательное прокачивать. У меня даже... Хотя они урон маленький у них, да, не слишком такой огромный, я бы сказал. Но, блин, все равно мастерство дает тоже фишки на метательном деле. Ух, классно. Есть, молодцы.
Так, пятеро ранено у меня. Это мои соратнички. Четверых воинов захвачу. И отдаю все своим воинам. Повышение у меня бойцы готовы. Хирдман Норман. Так, и могучий воин у меня. 130 бойцов у меня сейчас. Один морячок погиб. Ну, вот так вот. Не уберег я балласт. Было, по-моему, 5, если я не ошибаюсь. А может и 4. Все склероз. Склероз уже. Так, Хирдман. Фригульдер Норман. Вор 11, неинтересно. Блин, и враги тут нарисовались. Ух ты! Фианские отступники 162, ни хрена себе. Так, давайте уходите отсюда, нафиг. Может захерачить их? Боевой дух подниму прям. Он и так, конечно, уже высокий, но еще больше. Ну-ка. Умри, собака. Блин, в засаде. Так, сразу балласт отсюда нафиг. Формируем. Соратничков я зашлю, пока пехота у меня формирует там боевой порядок. Соратнички будут отвлекать. Так, балласт нафиг наверх сюда. Пехота у меня пошла вот сюда вот. Соратнички на прокачке. Стоим, стоим, стоим. Сверху, сверху. О! Ух! Пошла песня! Держимся, сыны Одина! Теперь 10 шагов вперед, пошли в атаку на этот сбрёд. Вот так всегда замахиваться надо. Хера себе. Десять шагов вперед. Нахераковаем их. Бьем собак ирландских. Извиняюсь, друзья, это чисто игровой сленг. Я ничего не имею против ирландцев. Да и против никого ничего не имею. Разве что против нацистов, мать их. А, не попал. Оп, много тебе. Смертельный удар. Так, все может быть. Все. Так, викинг захватываем. Воин Ирландии, грабитель. Так, кого мы можем себе нанять в отряд? В отряд трудяга ирландец. Какой может быть трудяга? Нафиг мне ирландцы в отряде не нужны. Будут портить. О, вольник Норман. Один. Норман, правильно? Да, нанимаю. Как ты сюда попал, дружище? Так, у меня Хирдман, два могучих воина. И пускай будет копейщик. 117 бойцов у меня. Теряем, теряем людей. Так, морячок. Нанимаем морячка. Молодых воинов, правда, в принципе, можно нанять, но... Хрен с ним, больше никого не буду нанимать. Так, все воинам отдаю. И к повышению опять у меня бойцы готовы. Хирдман. Хускарл Норман. О, да. А где у меня Хускарл это?
Вот они, бойцы мои. Не, пускай будет внизу, они просто у меня в таком порядке, они как бы на кораблях, хотя давайте подниму я их, я же пока не в море. Викингов тоже, вот так вот, готово. Так, ну теперь пошли дальше, еще пробуем мы к лагерю ренегатов пробраться. Сдать какие-то вещички. Так, трофеи. Главное не ошибиться и опять не напасть. Так, 4300, блин, маловато. А чё так мало-то? Так, 43. Еще не засек я, когда отправлял я Данчада на задание, не засек время. Ну, в принципе, в записи можно это все отмотать, будет видос и посмотреть, когда я его там отослал. Так, сбалансированный лангсакс. 29-19. Да ладно, пускай полетит в пекло. Хотя нет, лишка. Лишко. Так, 3999. Еще вот так вот. Нет, нет, нет. Не пойдет так. Нам надо на 290 что-нибудь найти. Есть чуть... Вот. Вот так вот. Пойдет. Ну хоть что-то мы скинули. Фианские отступники. Теперь компаньоны. Что у них тут? 66, 69. Но более-менее приободрились собаки. Приободрились. Еще вот этих вот фианских отступников я сейчас захерачу. Опять в засаде. Так, балласт. Сюда. Соратнички у меня пошли сразу в атаку. Да, в принципе, пускай пехота у меня в атаку идет. На тебе, нахрен. На тебе. На тебе. На тебе. Ну, чисто, чтобы поднять дух бойцам. На, на. Самое главное, чтобы никто не умирал. Раненый — это хрен с ним. Ай-яй-яй, лошадка подраненная. На тебе, собака. Блять, вот. Ну и все. Юху! Молодчики. Так, убито двое. Все равно убито двое. Кто убит? Тоже убит, один убит, могучий воин. Да как так-то? Блин, значит, был подраненный у меня могучий воин и убит хер на норман. Блин, жалко могучих воинов терять. Предводитель бандитов захватываем. И все. И как положено, воинам отдаю все. Все, ноль боевого духа. На высоте у меня все. Боевой дух. А с персонажами, вернее, с компаньонами у меня 69 было. Также, в принципе, есть 69. Так, у ренегатов там бабло. Больше нет. 6 пени. Ну, возвращаюсь тогда к своим кораблям потихонечку. Так, с набитыми товарами. Так, повышение у меня до копейщика. Копейщики тоже нужны у меня в стене щитов. Так, где у меня вот мои кораблики? Два моих корабля. Кстати, второму кораблю я так название пока что и не дал. Еще жду ваше предложение. Так, еженедельная смета. Минус 1902. Я в минусе. Да, 1902. Надо будет, когда буду один играть, врат Келтере, как я уже упоминал, да, в Кеселе и Кел Каннинге, попробовать открыть тоже предприятия какие-нибудь. Так, полдень. Давайте немножечко отдохнем. Отдыхаем тут некоторое время. Сумерки. К повышению бойцы готовы. Так, все, уходим. Отряд. Хирман. Так, имущество сколько у меня? 669. 563. Но у меня еще товаров хрен знает сколько.
Так, самое главное, медовуха у меня есть? Есть. Медовуха есть. Надо было еще по местным деревням пройтись, медовухи поскупать. Да ладно. Все. Поплыли мы. Я не знаю, стоит ли в земли Гвинеда плыть. Ну давайте поплывем. Проверим. Там. Там, что там, мы проверим. Какого-нибудь лордишку найдем с маленьким отрядом и попробуем с королевством там, может быть, договориться как-нибудь. Может быть, мир заключить. Опаньки, каравань Уэссекса. Ну как можно такое пропустить, упустить? А, друзья, никак. Так что нападаем. Ну, нападать на них уже я буду в следующей серии. А эту серию я завершаю. Прерываюсь на чашечку кофе. Оставляйте комментарии, друзья. Подписывайтесь на канал. С вами был Сергей. До скорой встречи. Пока-пока.